Зимние забавы. В парке имени Олега Степанова прошло спортивное мероприятие, в котором приняли участие воспитанники клуба «Равные возможности». Им предстояло поучаствовать в необычных конкурсах. В каких именно, расскажет мой коллега Илья Сиразов. Прокатиться на лыжах, разгадать загадки от Деда Мороза, быстрее всех пройти полосу препятствий, выловить рыбу, пусть и не настоящую. Упражнений на скорость, ловкость и смекалку хватало. Спорт, он объединяет, сдруживает, и люди стают добрее друг к другу, потому что здесь не важно выиграть сегодня, а важно поучаствовать и друг другу помогать. Приветствовал всех участников праздника начальник управления физической культуры и спорта администрации Руслан Гармаш. Он пожелал каждому в этот день провести время весело и с пользой. Я желаю вам хорошего проведения, хорошего настроения, обзавестись новыми знакомствами, провести прекрасное время, никогда не унывать. Ну и чтобы у вас всегда было такое же хорошее и теплое настроение, как сегодняшний день. Под веселую музыку взрослые дети с энтузиазмом и азартом принялись выполнять задания. За каждое успешное прохождение испытания победитель получал талон, который можно было обменять на чай со сладостями или, например, на катание на пони. Мне больше всего понравилось через сено прыгать, кататься на лошади и отгадывать загадки. Собрались здесь, чтобы хорошо провести время, полосу препятствий пройти. Я люблю лыжные гонки и спорт. Проигравших в этот день не было. В таких случаях побеждает дружба. И можно не сомневаться, что на следующий год воспитанники клуба «Равные возможности» вновь соберутся вместе и будут также весело и с задором проводить время.